Здравствуйте! Сегодня я приготовлю омлет в духовке. Перед просмотром рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Силиконовую форму для маффинов обильно смазать растопленным сливочным маслом. Вместо силиконовой можно использовать одноразовые формы из фольги. Равномерно распределить по ячейкам нарезанную буженину и тертый сыр. Вместо буженины подойдет бекон, ветчина, колбаса, обжаренные грибы. Сыр может быть любым по вкусу и легко плавится. Перенести форму на противень. Яйца соединить с молоком и солью. Взбить до однородности венчиком. Исключительно по желанию добавить рубленную зелень и черный перец по вкусу. Залить яичную массу в формы. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 20-25 минут. За счет влаги омлет значительно поднимается при выпекании, но после остывания оседает до первоначального уровня. Извлечь из формы и подать. Омлет можно приготовить заблаговременно и разогреть в микроволновке перед подачей. По виду и вкусу напоминает знаменитый детсадовский омлет. Ссылка на рецепт под видео. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян.